утверждаются факты, что якобы премьер-министр замешан в коррупционных схемах с разными олигархами. Как думаете, правоохранительные органы должны на это как-то реагировать? Обязательно, обязательно. Конечно, он должен быть наказан и жестоко наказан. Кто, премьер-министр? Он же... Про него фильм. Якобы премьер-министр Дмитрий Медведев замешан в коррупционных... Нет, нет. Я вообще этот фильм... Я думала, просто это художественный фильм.